Сразу говорю, возле костра сразу им пизда будет. Так, потом что? Спальники. Однозначно, будете спать, где придется. Спальники однозначно. Плюс туристические коврики или замена. Ну поняли, да, все? Это все свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия. Вам броню, вот это все, что касаемо военных. Этого ничего. Нет, наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже. От срачки, то есть лапирамиды, перекись водорода обязательно. Жгуты. У меня на вас на всех жгутов не хватит. Но в мужиков... аптеках нету жгутов, собирал. А? Нету в аптеках жгутов. А все, нету. Родственники пусть. Аптечки, блядь, с этих, как его, автомобильные. Машины, да. Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите, прокладки. Сапоги? Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет. Кровь останавливает. Откуда? Пулевое ранение, прям туда вводите и все. Начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще с Чечни знаю. Прокладки обязательно, ну дешевенькие. Угу. Понятно? Вам туда все сгодится, сейчас сырая погода. У меня там мои друзья, мои товарищи. То есть вот эту всю информацию нам скидывают это. По возможности, ребята, то-то, то-то, этого, медицины. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста.